Почему мы должны сидеть, ребята? Мы заплатили 6 числа. Мы прилетели 6, 7 мы оплатили весь тур. Вернее, экскурсию. 7 числа вы получили деньги. Неважно. Мы их оплатили, кто их получил, неважно. Но мы ничего не получили за это. В итоге мы сидим. Мы приехали во сколько? Без 10:02. Сколько времени сейчас прошло? У нас дети голодные. Мы сами сидим голодные. Мы уехали из отеля в 9 часов, грубо говоря. И ничего. И нам никто ничего не говорит. Нас кормят завтрак. То мяса нет, то еще чего-то нет. Еще 10 минут, еще 20 минут. Мы сидели 40 минут на улице. Нас вообще сюда даже и не позвали. Почему мы должны ждать? Почему мы должны входить в положение? Нас никто не вообще... Мы сидим последние.